Мужчина останавливал проезжающие машины и, демонстрируя некое удостоверение, сообщал водителям о том, что они нарушили правила дорожного движения. Внимательно рассмотреть красные корочки потерпевшие не успевали. Некоторые замечали лишь герб и надпись «Служба безопасности». В ходе беседы с водителями подозреваемый обещал стереть запись нарушения ПДД, которая якобы велась с одной из камер видеофиксации. За свои услуги предприимчивый мужчина просил от 3 до 5 тысяч рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, звоните по телефонам, указанным на экране. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.